Всем привет! Вот попробуем ваншот билд. Берем самурая, берем специализацию призрак, берем боевой топор. А также увеличение урона ближнего боя еще на 10%. Да вот 10, самурай там 6% плюс к ближнему урону. И призрак 30. И в итоге ваншот билд. Он такой фановый, знаете. Сейчас вы увидите. Сегодня на карту аэродрома очень везет. Так, где наши ребята? Что, свинки? Деликатес. Я здесь до сих пор не выучил задание, так что мне здесь сложно ориентироваться. А, они как-то меня обошли еще. Вот такой билд. Помоги! Смотри, смотри! Бодро! Неизвестная цель, чтобы прятаться. Промазал. Ну да. Наведение очень хреновое, но такой фановый билд. О, сколько здесь свинок. Видел. Билд называется «Попробуй попади». Я думал, что не выживу. Сегодня ты не умрешь. Скорей, ударим его! Ладно, понаглели и хватит. Блин, увёртый.
Стой, 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 свинья. Вышли. Ну, одна, да, там тупил и стоял. Ладно, вот такой фановый билд. Сильная атака. Наносит 100 единиц урона. Плюс 15%... А, да, не 15, извините. Ну, от этого урона. Но 15 единиц урона идет от кровотечения потом. Также мы этот урон увеличиваем. 30% от специализации призрак. Самурай на 6% больше урона наносит. И еще бесстрашие. Наносит... Ну, прибавка к 10% урона в ближнем бою. Так вот. 4 чела с консоли. Посмотрим, что будет. На этой карте я лучше ориентируюсь, чем на аэродроме пока. На аэродроме раз 50 надо за отряд сыграть и полностью закончить карту. Ну, то есть из самого задания. Чтобы понять, что где находится, знать точки респауна. Броня теперь полностью серебряная. Круто. Слышал свинку. Стиль наглого хищника здесь, конечно, не пойдет. Это, наверное, я следующее видео сниму. Просто будем тупо идти на противника. Была, не была. Как в заметках датча. Тут свинку видел. Вот она. Так, все живы? Отлично. Нормально так с ними поиграли. Тут у меня врач есть, нет? Вот это я уже не помню. Ладно, рискнем. Тут же хорошо консольщик играет. Молодцы.
Успеем ли отхиляться? А что такое? Где моя ХП? Все зависло? Да, видимо. И времени идет. Ну вот. Видимо, разрыв соединения опять. В последнее время часто он стал появляться. Эх. Карта крушения. Та же самая, с которой нас выкинуло. В последнее время стало часто вылетать так из катки. И писать, что нарушена связь с организатором, потеряна связь. Ну, вот так вот. Hello, guys. Good luck. Let's do this, boys. Good luck. Have fun. Do the thing. О, Steam Players разговаривает. Люблю Steam игроков. Молодцы. Разведчика снайпера выбрал. Молодец, шарит. Опять броня забагалась. Ну, такое бывает. В этой игре баги сплошь и рядом. Угу. Чувствуется пинг. Опять. Где мой топор? Идыщ. Рация здесь. Давай-ка спрячем. Так вот. Так вот. Возле входа где-нибудь. Допустим, вот здесь. И вот так вот. Еще одна осталась. Будем ждать, когда они сюда придут. Но нет. Бот, ну кто тебя просил туда лезть? Минус один капкан. Ну, первая цель. Ты никуда уже не денешься. Ждем, когда к нему придут товарищи. Отлично. Я истекаю кровью! Сюда! Что я смогу? Промазал. Здравствуйте. И один остался жив. Иди спасай. А мы пойдем поищем свинок. Если они здесь есть, конечно. Нет. Нету. В английской озвучке. Фак, 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 фак. Hello there. Go, 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 go. Rescue for team. Воу-воу-воу-воу!
Не стреляй! Ну же давай, ты сможешь, спаси своих. Джихад ми плиз. Давай, ты сможешь. Давай, Джихад, я в тебе верю. Давай, ты сможешь. Давай, ты молодец. Давай, давай, давай. Это еще что? Туда. Туда. Сюда, помогите. Туда. Давай быстрее, пока все не вышли. Если вы меня разыгрываете, вам конец. Давай, спасай, спасай. Rescue. Что это было? Меняй магазин, прикрой. Теперь не уйдешь. Не, ну, 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 rescue your team, rescue your team, е-е-е, ну, 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 ну. Без маски мы оставили. Слышали, да, раскаты гром были? Ну, полечись давай. Молодец. Hey, boy, go rescue your team. Go, 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 go. Нет, 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 куда ты побежал? Иди спасай своих. Rescue your team. Бро, бро, listen to me, rescue your team, radio station. Сюда! Сюда! Я
давай, спасай своих. Спасай своих, вон рация, давай. Надеюсь, он не умрет. Ну, по сути, один капкан наносит 15 единиц урона. Что он делает? Зачем? Зачем он гранату в рацию кинул? Что ты делаешь? Нет, 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 спасай, спасай. Rescue, rescue your team, rescue your team. No, no, don't shoot me. Я отойду, может быть, я его пугаю. Видимо, человек только установил игру. Вот так вот. Так, где там свинки? Вызывает. Ой, молодец. Только никуда не уходи. Стой здесь. Молодец. Только один его дождался. Возвращайся. Он упал. Опять. Да, блин. Оу, щит. За мной должок. Да. Теперь ты его поднимай. Нет. А как он умер? Молодец. Меня ликвидировали. Ладно, погнали другой матч искать. Сегодня на крушение мне везет. Hello, guys. Good luck. Так, Вайпер со Стима. Красавчик. Я думаю, мы появимся где-то там же. Да. Как мне нравится эта серебряная броня. Просто вообще. Конфетка. Пойдем сразу на них.
Ай-яй-яй. Больно. Я слышу свинью. Рискнем. Тем более в кустиках. Где наши ребята? Ох, как убежали уже. Все выходы заминируем. Опять трое. Найдите. Может, кто-нибудь из них станет? Нет. Куда они? Сильная атака такая косая, но прикольно. О, снова эти крутые ребята. Hello again. Hello. Music is the vibe. Like I played 5 games in a row and then it started to suck. Good luck, team. Если я сейчас на них так же нападу в наглую, они меня быстро сольют. У них тот же стак, как в предыдущем видео я снимал, в конце, где они меня так быстро грохнули. Я даже убежать не успел. Так. Сначала рацию проверим. А рация не здесь. Чувствую. Я их услышал. Но сначала свинки.
Да как так? Где-то снайпер засел. Вон он. Я думаю, пришло время нападать. Упс. Так, лучше не прыгать, а просто побежать. Кажется, я услышал свинью. Рядом и все. Думаете, что я здесь? А я не здесь. Сколько гранат полетело. А, я застрял. Видали, да? Да, мне так просто уйти не дадут. Там хороший снайпер работает. Остается только бежать. Да, снайпера в этой игре очень сильные. Прям очень. Вот что-что, а снайперов... Ну, следовало бы порезать уже давно. Они, наоборот, их бахнули специализациями. Не, с такой командой с топором не пойдешь. Переходим на лук.
одного забрать успел. Бежим! Все, выносливость кончилась. О, у меня есть аптечка. Минус лидер. Надо разобраться со снайперами. Это, пожалуй, будет самое сложное. Второе дыхание откатится через 2 минуты. Попробуй попади. Неизвестная цель, камуфляж. Эх, не получилось. Казалось, кто-то здесь один остался. У тебя так жестко-то. Видали, какие они метки? Это вам не консольщики. Да, без маски будет сложно. Так тем более будет сложно. Да блин. Ну тут как бы ГГ все равно. Тут уж я ничего не смогу против снайпера сделать. Мэн, что меня меняет? Файт, солидато! Файт! Awesome snipers. Winner El Fantasma! Winner El Fantasma! Winner Fantasma! Yeah! Yeah! Winner Fantasma!
Смотри, сколько урона. Жесть. The Legend, Фантазма. Yeah. Фантазма Star. Hello again. Да, сюрприз. Эх, у меня пинг вообще ни о чем. Сейчас опять меня раскатывать будут. А ну теперь надо быть намного-намного осторожнее. Тем более это аэродром. Про ловушки также не забывать бы мне. У меня даже не было времени их кинуть, чтобы подойти поближе. Я даже к ним подобраться не мог. Снайпера мне еще и уйти нормально не давали. Ладно. Пришло время расквитаться. Тут теперь еще и три снайпера. Минус один. Стройте, иду включать тревогу. Быстрей, быстрей, быстрей. Ну, только в одного успел попасть. Слушай, а у меня было время поставить ловушки, да? Давай-ка времени терять не будем. У нас преимущество. Теперь осталось трое. Окей. Сойдет. Не вызывает своего. Все. Преимущество потеряно. Я даже не знаю, где там рация. За препятствиями. Давай, Белик. Так, где тут свинки? Помню, одна на крыше была. Но теперь что-то ее там нет.
Чё-то я свинок не вижу. Ну как так, а? Было преимущество, и вот его нет. Но они хороши, хороши. Друг друга сразу прикрывают. Так и надо. И не разделяются. Не, вот это бы я тоже сейчас забрал, если бы, допустим, у меня было... Ну, хотя бы меч старейшина. Или серп. Ну так этим топором сложно попасть. Не попал. Еще и заметили. Опять? Я тебе говорю, там снайперы вообще жестко работают. А теперь ищем свиней. Вертолет уже вызван. Опять. Я сделал все, что мог.
GG, guys. Thank you. GG. Давайте сыграем последнюю катку в этот ваншот билд. Мало кого ваншотнул. Но ваншотать не получается, когда и сама сопротивляемость у члена отряда, а также когда рядом поддержка. У него аура где-то на 20 метров распространяется, и все рядом товарищи по команде получают на 20% меньше урона. Поэтому этот билд иногда не работает. О, какой ужасный пинг. Hello, guys. Good luck. Успел сказать? Так, следопыт. Поддержка. Угу. От поддержки надо избавиться самым первым. Бриллиант. Угу. Понял. Так, рация. Нет. Не здесь. Я думал, услышал свинью. Так, где они? Угу. И здесь нет. Если они там появились, за этим хрену гонишься. Стой, стой. Рация не здесь. Поддержка мешает. Там вообще свинью колбасит. Ладно, ей потом займемся. Где она там? Брейкданс. Надо стрелу забирать. Эпичное завершение, конечно, да. Ну, вот такой билд. Ну, прикольный, такой фановый. Надеюсь, вам понравилось. И что вы смотрели с удовольствием. Если понравилось, поставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь
Ну, то есть вступайте в группу ВКонтакте, а также вступайте в группу Дискорда, а также в Дискорде, которая соседняя, там ссылка в описании. Там ребята постоянно играют Хищника, там вы найдете пати в любой момент. Всем пока.